Победа, как и все, удалась непросто. Сама она непростая, непростой процесс подготовки. А дальнейший этап – это вывод того, что ты как ты работал, как ты был подготовлен. Провел 3 боя, должно быть 4 боя, один соперник снялся. Встречался в полуфинале с членом национальной сборной. Выиграл у него с 3 нокдаунами, остальные бои были попроще, там заканчивал то в первом раунде, то во втором. Что касается меня. Мы знаем о вас как человека, который очень патриотически настроен к Гродно, не хочет никуда переезжать, в связи с чем это связано? Ну, я люблю свой город, люблю то место, где я вырос, где родился. Здесь находятся там мои друзья, моя семья, мои родители. Мне просто не хочется никуда уезжать далеко от них. И мне просто город Гродно очень нравится. Да. Много где был. И вот это место, там, где мне хотелось бы расти своего сына. А расскажите подробнее про тренерскую карьеру вашу в Борцовском клубе. Знаете, приходится совмещать как и тренерскую карьеру, так и спортивную. Это не очень просто. Много энергии уходит на своих подопечных. Вот, но мы справляемся. У нас есть неплохая, уже сформировалась неплохая команда.